Вот у меня такой немного философский вопрос. Если бы вы... Малех, философский вопрос. Если бы вы рисовали картину твоей жизни, какие бы краски в ней преобладали? Оранжевые. А вас? Голубые, синие-голубые. Цвет неба, цвет солнца. Ну, то, что когда ты выходишь на улицу, тебя вселяет силу и уверенность в сегодняшнем и завтрашнем. А что это вселяет? Чистое небо, солнышко, море, не грязное, а вот цвет морской волны. Какие цвета? За какой бы год я бы цвет никаким цветом не пользовался. Программа райверская сегодня, мы же райверские. Ну, она немножко такая, немножко не твоя, ты более спокойная. У тебя уклад внутренний спокойный. Тебе пойдет другой цвет. Какой? Ну, цвет глаз. Цвет поставил на их очень. Он еще связан с коричневым, с коричневым тональным. Земля же женственная. Но вот фея в том, что сейчас очень трудно разобраться, потому что, видите, конец 21 века или 20-го, потому что сбился. 22-го, да. И действительно прогресс, действительно техно, действительно новые краски, новые отношения к жизни. И очень трудно поймать эту серединку между искусственностью и искусством, понимаете, и реальной жизнью, реальной природой. Поэтому сейчас в Москве безумие вообще, что творится. Понимаете, то есть разукрасили. Да, пластик такой идет. Жесткий очень. Вот. И мы тоже, конечно, могли бы, понимаешь, выдавать там первое, потому что как бы возможности есть и все. Но вот в том же Лондоне я заходил в эти магазины, но смотрю, это все не живое. Это не живое, и как бы вот клево, но... Да, но не по кайфу, понимаешь, вот не нравится. Поэтому вот и стараемся... Очень стараемся вот в то же время не выбиться как бы из того, что мы тоже дети, понимаешь, конца этого тысячелетия. И что мы должны все-таки быть в авангарде, как бы так. И в то же время вот оставаться вот живыми людьми. Вот когда при большом наличии товаров в городе Москве, это очень сложно на самом деле.